Мы очень рады вас видеть после долгой разлуки. Мы на самом деле очень сильно ждали этой встречи. И в первую очередь я хочу вас поздравить с вашим концертом, который прошел в этом году. Это было на самом деле необычное шоу, которое было с каждым годом все лучше и лучше. И танцы, и костюмы, и сама постановка. Особенно песни, конечно же, они были намного лучше и качественнее. Как поживаете, Райхон? Как у вас дела? Как здоровье? Как домашние? Все нормально у вас? Я вообще всегда стараюсь говорить что-то лучше. Потому что я думаю, что каждый из нас счастливый человек. Потому что мы можем просыпаться по утрам, видеть солнце, слышать голоса своих детей, или родных, близких. Вообще просто жить. Спасибо. Я думаю, что это тоже большой дар. Он готов на танцы. Он вопрос задает. У меня вот вопрос. У нас у вас замечательный дуэт, с которым мы можем все-таки вместе снять клип. Клип взяли, потому что он предложил комедийный вариант. Я предложила романтичный вариант. Почему спорили, спорили? Потому что сказала, ой, давайте тогда третий вариант. В общем, все на самом деле столько спорили, столько придумывали, и в конце концов все это заглохло, по-моему, сейчас уже нет смысла. Разобновлять эту песню. Но песня хорошая. Я на самом деле увидела, сколько отклика, да, получила эту песню, даже из клипа. Ну и потом сказала, вот, видите, он мне просто показал песню, я не хотела. Я говорю, ой, какая она была цена американская, что-то немножко другое, что-то выберет. Нет, что это круто. А потом, помните, мы не хотели, вот, и спасибо. За нас сделали песню. На них, в принципе, почти в таком стиле получилось. Реально концептуальное и романтичное, на самом деле. Многим она понравилась. Кроме наших фанатов, даже в машине очень часто слышу, как ставят эти песни. Да. Да. Я передам. Здравствуйте. Хочу поздравить вас с успешным творческим годом, который 2018 год. У вас появились очень хорошие хиты и клипы. И мой вопрос в том, что когда вы выпустите песни, у вас появились идеи делать лирические видео на Рязанова, на канале Рязанова, не только просто аудио, а с лирическим видео. И в «Мирах звезды» есть такое, когда песни, например, песни будет, они делают лирическое видео с текстом. Видео с текстами очень интересно. А почему у вас такое нет? Или у вас не появилось такое видео? Видео. То есть многие звезды, как перед тем, как выпустить сам клип песню, планируют просто аудио. А именно с тем, что был текст написан, как-то они его пытаются что-то заложить, открыть от него. То есть как бы там открывать такие небольшие намеки на то, что будет в клипе. А серьезно, я просто не знаю. Например, в прошлом году у Тейлор Свифт прошел не клип, а просто лирическое видео, но это был вообще крутой, да? То есть она в этом лирик видео заложил то, что будет в клипе. То есть вообще, в принципе, она как бы вот этот трек, который вышел у Тейлор Свифт, он был лид-сингл с ее альбома, и она лирик видео тоже сделала таким же лид-синглом. То есть, в принципе, все, что было вложено в альбом, она выложила в этом лирик-видео. Это все было как бы такой мультяшный, такой комикс. Что-то вроде комикса, но с ее песней и с текстом из ее песни. То есть, такая необычная вещь достаточно. Просто я когда даже выкладываю какие-то кусочки с клипа,
многие начинают, ой, не выкладывают, все уже все понятно, сюжет понятный, а, наверное, будет вот это поженились, развелись, а, ну так, наверное, будет, ой, зачем выкладывать, уже весь сюжет открыли, уже неинтересно. Да даже несколько фотографий я уже боюсь выкладывать, потому что много таких комментариев. Mm-hmm. А это получается до клипа уже весь сюжет мы откроем, да? Ну не совсем сюжет. Но это еще не считается такой профессионал. Это просто фаны, наверное, делают. Я обращал внимание. Не такой вот сами артисты, наверное, с этим нет, занимаются. Нет, тут Тейлор Свифт, например, у меня несколько вышло. Ну только он, например. У Гомс вышел визуалайзер на песню Boobs. Есть еще другие мировые. Нюша Цой. Небольшой намек на клип. Mm-hmm. Да, интрига. Вот мы сделали такой, как бэкстейдж, потому что все будет понятно, мы хотим раскрывать секрет. Это, наверное, с клипом, если бы Ада не умерла, да, можно было бы так, до самой премьеры песни, там, не знаю, разбитое сердце сделать, да, это как бы был намек, то, что песня будет про разбитое сердце. Это, наверное, что-то вроде этого. В принципе, можно только выступить. Опять начнут угадать. Как, что, где. Нужно, наверное, такое таинственное прям видео сделать, что. Вот мне понравилось у Джей Ло, которая вообще держала все в секрете, вообще никто не знал про ее новый клип. И потом она просто за один день, что ли, выложила несколько фотографий, и потом бабахнула сам клип. Все. И тогда это было бурно. Не знаю, мне вот эффект очень понравился. Когда реально вообще никто не знал, что даже она снимает такой клип. Ни один образ не был выложен. И буквально вот до день релиза она выпускает несколько фотографий, которые везде сразу расходятся. И потом появляется клип YouTube. Все. Там миллионы просмотров сразу в день. От неожиданности, потому что всем просто посмотреть. А это, мне кажется, уже немножко не будет такого интереса к клипу. А, ну хотя смотри, как это все сделано, да? Надо посмотреть, как будто Тейлор Свифт, я просто не представляю. Как называется песня? Выхвачу мне не ту. Все, все хорошо. Endi savol boradi. Assalomu alaykum. O'tgan yili, ya'ni 2017-yil Rayhon G'aniyeva uchun juda ham omadli yil bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Shu sababdan Qozog'iston Respublikasida o'tkazilgan Asia of Stars Almaty 2017-da Markaziy Osiyodagi eng ko'zga ko'ringan artistlar qatnashdi, ya'ni O'zbekistondan Rayhon G'aniyeva hamda DJ Pligin. Shu haqda taassurotlari haqida gapirsangiz. O'sha yerda bo'lgan holatlar yuzasidan sahna chiqishlari to'g'risida festival haqida. Ну, на самом деле, было очень приятно, что именно нас пригласили, потому что и только от Узбекистана было представлено два артиста. Со всех стран был только один артист. А тоже мне так было приятно, что вот Узбекистан такой богатый на хорошую музыку. И, на самом деле, была такая очень высокая организация самого мероприятия. Мы себя чувствовали, как будто это были люди, потому что там все в администрации ходили с такими рациями, которые переговаривались нам. Вы так, это ваша комната, вот так вот, по-другому. То есть, не знаю, так, саундчек. Приходили, то есть у каждого было свое время, все было четко. Мы привыкли же, приходите в два, собирайте в четыре. Пока начнется уже шесть. А там все четко, четко, четко. Все очень жестко разговаривают, но само мероприятие было очень масштабное, очень, не знаю, действительно произвело огромное впечатление. Нужно песню Хабиби, да, спеть? Они сами выбирают песню, но Сумбуляй. Сумбуляй. То есть я предлагала какие-то другие песни, они сказали, нет, мы... Они сами нашли, я не знаю, откуда. Я говорю, ну, хочу, чтобы спели вот эти песни. Наверное, это песня Хабиби. Не знаю, мы предложили поновее, если бы свежее, они говорили, нет, мы определились, как мы хотели жить. Потому что я читала комментарии, то, что многие писали, почему мы не успели национальный стиль, как они представили, Узбекистан, как это все национальное, из-за этого.
То есть, когда вы летите за границу, наподобие таких мероприятий, когда вас приглашают, вы в большинстве случаев звоните или нет? Ну, смотря где. Например, если это наши концерты, то мы сами составляем программу. А если вот такого плана, международного, то они выбирают. А у вас должен состояться в марте концерт в Стамбуле? Да, к сожалению, у них что-то случилось со зданием, где должны были проходить мероприятия, и они все концерты приостановили, которые были в зале, попросили перенести на май. Пробовали обратиться ко мне с переносом на май, но у нас были сейчас другие планы, поэтому я сказала, что не знаю, насколько еще получится перенести, поэтому я сказала, давайте пока отменим, а когда у нас успокоится все по времени, тогда мы уже организуем. Но мы были готовы, у нас и балет был готов, и вся программа была, мы были готовы. У нас в этот год столько отмен вообще, какой-то тихий ужас. Вот Golden Panthers тоже выбрали лучшей певицей Средней Азии. Тоже было так приятно, да, и не дали визу, не смогли полететь. Визу уже выдали, да? То есть они вам могут это организовать? Нет, дают консульство Соединенных Штатов здесь, на свое усмотрение. Вот сейчас тоже должен быть концерт в мае в Штатах. Поэтому везде отказано. То есть все ребята поедут, мы не смогли. То, что звезда и шоколад. Мне нравлюсь ей. Обожаю. Хотя вы были, да, в плане? 9 лет. Ну, почему? Да, не плакала, хотела вам сказать. В этом году у вас был юбилейный концерт по счету 15-й. И в одном интервью из последних вы сказали, что больше концертов пока что давать не хотите. Нет, я сказала, что возможно еще один год. Да. Ну вот, а почему? Это уже интерпретация, такая... да, пошла такая? Да, у всех разные мнения, и многих, наверное, интересует вопрос, почему именно в этот период вы решили пока прекращать давать концерты. Потому что у меня жизнь от концерта до концерта. Я не успеваю даже собрать музыкальный материал. Я постоянно бегу, и я даже не понимаю самих песен, потому что мы всю ротацию, все подгоняем к концерту. Ой, надо столько быстро, столько медленно. То есть, например, я вообще не хочу сейчас быстро петь, да? Ну как же так? Невозможно же, надо же на концерт потом. То есть все мы подготавливаем к концерту. И у нас подготовка начинается уже в июле месяце, начинается уже фотосессия. Чтобы подойти к этой фотосессии, мы уже начинаем в мае готовиться. То есть получается, что... А чтобы прийти к маю фотосессии, мы должны как-то какую-то общую концепцию, да, придумать. То есть это постоянно мозг заточен только на концерт. У меня уже от творчества ничего не остается, потому что у меня вся работа только над концертом происходит. Я просто боюсь, я хочу собрать просто хороший музыкальный материал, чтобы к следующему концерту прийти с багажом. Не переделать кучу старых песен, да? То есть это вначале мне нравилось, это были ремиксы, и мы первые, которые это делали вообще. После нас все стали так делать. А вот сейчас я хочу, наоборот, отходить от этого. Но тем не менее, я думаю, что поклонники ваши будут ждать с нетерпением концерта вашего. Ну, я помню, когда у вас был концерт из Лима. Вас же вы после родов не дали был концерт. Mm-hmm. Вот после года этого реально все билеты были проданы, все просто сидели, что когда же Райхон даст концерт? Это было реально ожидаемо. Вот я тоже хочу, чтобы это концерты не были привычками. А в этот год не схожу, на следующий год все равно дать. Да. То есть реально, чтобы ждали, и чтобы я могла выйти на сцену и что-то предоставить зрителю, что-то показать, что действительно у меня собралось за это время. Чтобы это не была гонка какая-то, а реально уже творчество. Вот из этих соображений, из творческих соображений, и песни у меня не успевают
даже прослушать многие. Потому что несколько песен нужно дать, да, на концерте. Потому что если много старых песен начинают говорить, ой, почему много старых? Много новых. Зимой что-то какой-то концерт был, столько новых песен старых вообще не было. То есть ты немного это часто слышишь критику, что сложно. В этом году у вас, кстати, хотела задать вопрос. В основном все песни были такие медленные, грустные, лиричные. Нет, почему Мухаммаджан? Нет, я имею в виду Амадасура, Аландамира. Именно новые песни, которые еще никто не слышал, прозвучали впервые на концерте. Не знаю, потому что я слушаю песни, которые предлагают, и выбираю их. Но они были сильные. Очень много песен, когда мне предлагали, в день там полностью какой-то пищи. Нет, нет. Я уже могу говорить, не на пять медленно, не нравится она мне. Наблюдать этого не надо. Я думаю. Если я понимаю, что я уже все не могу без меня. В течение года, в принципе, случайно на концерте, они будут хитовыми. Алданьян Юрайк уже реально хит, постоянный, везде слушают эту песню. В машине ее громко ставят, люди слушают, на ноте постоянно крутят. Песня, на самом деле, завоевала. Классно, я просто нигде не слышу. Да? Армандан Сурайан Зурчика. Да, почти как наше видео на Курамс уже концерт там отрыв. Честно, вообще зорчка. Ким ее озвучил Райхон? Это написали ребята Бином, они написали ее для себя. Я сказала, что я хныкала, я говорю, где мои песни, где? Я говорю, вот у нас есть... Нет, они так просто что-то пролистывали, искали мне что-то где. Случится. Я услышала эту песню, говорю, ой, что это? Нет, это наша песня. Я говорю, поставьте, пожалуйста. Нет, это не наша песня, это для нас, пожалуйста, поставьте. Я прицепилась, нет, это все, это моя песня, я хочу ее, отдайте мне ее. Я говорю, ну, вообще-то мы для себя писали, я ничего не знаю, отдайте мне песню. И они мне ее отдали. Я хочу круто. Я хочу, я мопсус. Так, мать. На самом деле все авторы, с которыми я работала, очень талантливые. Я им всем очень благодарна за творчество, за вдохновение, которое они мне дали. Потому что то, что я сама пишу, все равно я не пою. Вы сколько вещей написала, и все осталось. Почему вам кто-то говорит то, что эта песня не будет готова? Я сама понимаю. Что-то не то. Я чувствую, вот что-то не хватает. Хорошая мелодия, да? Не сказать, что там какая-то ужасная, нет. Хорошая? Ну, она и хорошая. А я не хочу хорошую, я хочу классную. Siz kuylagan, ya'ni javob ber, tabiiy ko'nikmadim kabi qo'shiqlaringizni, ya'ni chet el xonandalari, ya'ni Qozog'iston, Turkiy estrada yulduzlari kuylab chiqdi. Bunga qanday fikrdasiz? Ya'ni qo'shiqni ya'ni o'g'irlagan sifatda musiqa yo'nalishlaridan shunga fikringiz. Siz qanday ayrim san'atkorlarni bilamiz, meni qo'shig'imni o'g'irlayapti, mendan ruxsat so'ramayapti degan savollar bo'ladi. Rayhon Ganiyevani kuylagan javob ber, tabiiy qozoqcha hamda turkmancha yo'nalishda kuylagan. Ну, на самом деле, с одной стороны, неприятно, что без спроса берут песни, воруют, но с другой стороны, приятно, что слушают вообще, да, нашу эстраду и настолько нравится, что хотят сами спеть. Ну, я это рассматриваю, как вот у нас же тоже поют там «Носа». Ну, как бы с такого ракурса воспринимаешь. Знаешь, песни популярные.
Кто еще? Очень было интересно ваши костюмы. Желтый цвет, первый. Вообще, как костюмы создаются у вас? Это, конечно, относится к концерту, для концерта используется, но именно почему вы сходили такое желтое пышное платье? И вот как с вами первое с этими шипами. Ну, это подбирается уже под сам блок, то есть сначала я придумываю, какой я блок хочу. А от этого отталкиваюсь, я уже начинаю искать всех авторов, что-то меня вдохновляет, что-то я говорю, это вот вверх отсюда, не с отсюда. Кстати, вот ваша последняя система, это был стиль Бальма, да? То есть я случайно тоже наткнулась на картинку, мы ее видоизменили, и круто получается, на самом деле сложная работа. Этот костюм совершенно понимаю. Потом побежал первый костюм шины Роды Акзарна Джа. Кстати, девочки, если кого-то нужно. Очень быстро, очень классно шьет. Особенно с арту. Так что обращайтесь. На самом деле, она очень нравится девочка. Девочка. Вот, в этом году много дизайнеров работали над костюмами, в смысле, те, кто шили. Вот костюм для Таиланда три раза переделывался. Сначала это был вообще другой костюм, который, кстати, вот это Анжела, который мне не нравился, и сделали по-другому. Потом я пришла для досъемки концерт, и все сказали, какой ужас! Ты реально в этом выйдешь? Я говорю, а что? Это же ужас. И вы срочно все. И, то есть мы это все вкинули и сделали новое. А жили мы туда куда слышали еще. Два костюма нашили, и два костюма были вот так. Вот и доченьки переделали. Остальные не получились. Вот это желтое платье, почти 300 шагов. То есть она отложила все свои дела и только... Он на самом деле огромный. С ней тоже, да, первый раз работали? Да. И там она что? А вот последний. Когда работает трудно, то есть следующий час. Это тоже был девочек, который... И вот этот последний блок тоже был еще сильнее и замечательнее, чем в прошлом году. В прошлом году было стрит-дэнс, да? Я видела шампела. Нет, это был этот последний блок. Да, блок, где мы все быстро делали. Ну, хотя я тоже показать, насколько разные могут быть разнообразные. Хотя один стиль, но сколько-то, насколько по-разному, да, это можно изучать. Как вы последний раз были на концерте, очистите на наши эстрады и ваше мнение об этих концертах? Так, я была на Миллион. Это буквально там получается. Да. И поделитесь мнением. Ну, мне было смешно. А из эстрадных певцов или певиц? Сейчас. Нет. Период у нас подготовка. Ну вот к Шахову мы не смогли дойти, потому что это вот уже вот концерт, и я приходила домой в час-два ночи, и в таком я виде ходила. Не было тебе на концерте, они мне просто не узнали на жизнь. Давайте, кто-то гуляна, подарки,
записывал, вообще мы раньше всегда все прописывали, чтобы на всякий случай у нас стояла фонограмма. А в этом году мы решили как рискнуть и многие вещи не записали. Но живое исполнение было на Sizdan shu do'stimiz aytganda aldamagin Jahongir Fozilxonov bilan qo'shiq tayyor bo'lgan paytda Instagram orqali roliklar premyera jarayonlar bo'lganda u oldingi klip suratga olishdan oldin Instagramda shaxsiy ichkida qo'ygan rasmlaringizda Jahongir Fozilxonov bilan qanaqadir ofisda sachi olingan holda kal holatda olingan holatda olindi. Kansi klipda tayyor holat bo'lganda ko'rganimizda umuman tubdan o'zgacha, ya'ni Koreys bog'ida sochlari o'sgan boshqacha million jamoasidagi ota beylardan olingan holatda bo'lgan. Lekin Instagram orqali bo'lganda boshqacha tasavvur qilganmiz. Nima sabab bo'lgan bunday qilib olishga? Klip jarayoni. Потому что у нас сначала была одна идея, мы начали снимать, он побрился. То есть вообще должна была быть другая идея. И потом мы опять сами сели, обсудили, нет, что-то не то, да, что-то не то. И вот все вместе, ребята, миллион, все там сидели, не, по-моему, не пойдет, давайте другую идею. А это же был Новый год, мы снимали, я все бросила, всех бросила, приехала на съемку. 31-го, да, снимали? Да, мы 31-го снимали. До вечера там остались, у всех уже никого нету, все праздник Новый год, мы работаем. Так, мотор, начали. Ну, так получилось, что решили поменять вообще идею, и эти кадры остались. Кстати, первая идея какая была? Как будто бы он приходит в офис, устраивается на работу, встречает, а у меня там сюжет больше. Он меня встречает и там влюбляется, а я должна была любить Зидана, футболиста. Все должны были Зидан, и поэтому он приединялся, чтобы быть похожим на Зидана. То есть он все старается делать, как Зидан, и получается, в конце он приединялся. Да. Это классно, когда я люблю, что типа, занят, я все признаю. На площадь, у нас один участник фан-клуба, когда Сур приготовил с друзьями калас на вашу встречу. Серьезно. Да, с друзьями, что приготовили. Калорином приятно жить, и вы, что вы сказали, что на пару деталей, что вы сказали, калор приятно. Супер. Вот сход формы, попадем там. Yo'l bu yo'l bu emas hayotim sensiz as
Вот вы сейчас меня обижаете, да? Ладно, я уйду, забуду.
А вы как потом живете? Вот вы знаете, вы обидели человека. Вы как живете? Ну, знаете, наверное, негатив это крайне чисто, потому что там, если вы здесь с вами поговорили, многие нормальные, да, отзывы, что вы приятно оказывается, что вы хорошие, а они чуть-чуть потом вас не знают, просто по фотографиям на вас ориентируются, вы голый, все, рекомендую, там все сделали, если это плохая. Сам так, артисты можно любить за песни, которые он создает. Ну, вообще, Инстаграм злой. Кто это Райхон Мьюзик в Инстаграме? Мы не знаем, мы фан-клубы возмещаемся. Сидит и поправляет меня. Я написал «Йокты», а они мне «Можете правильно написать «Йокты»?» Ну, есть те, которые пишут, что это фан, и я нормально отношусь. А есть те, которые выдают себя за меня. Да, вы видели. Я даже нервничаю, она пишет от моего имени, она пишет. И многие люди с ней разговаривают, как будто это я. То есть она может все что угодно, да, там написать. И буду думать, что это я. Удалите! Я написала в личку. Вы что это такое? Вам не стыдно? А говорит, нет. Очень вкусно. Вообще. Я не знаю, как это наличку. Skitcher filmidagi obraz juda chiroyli chiqqan aktrisa sifatida yana juda mahoratlisiz. Agar sizga yana shunaqa takliflar bo'lsa, kinoda o'ynashga rozi bo'larmidingiz? Знаете, мне надо сюда кроме играть. И классно получается у вас. Ну, удобно. Во-первых, ждать. Я вообще не могу. Я должна что-то делать, сработать, понимаете? Там иногда приходится ждать часами. Вот. Просто сидишь и ждешь. Ой, солнце ушло. Ой, солнце пришло. Ой, вот сейчас вот эти тучи разойдутся. Ой, что, дождь, да, пошел. Я уже не могу, вы будете снимать или нет? Или честно? Спасибо большое. Еще в плане самой игры, они говорят, все, сейчас ты должна плакать. Мне мама научила, чтобы заплакать, нужно вспомнить все свои истории, которые, от которых ты сама вот плачешь. Они, давай, ты настроилась? Да, я настраиваюсь. Я сижу, мне ко мне никто не подходит. Все, я настраиваю, все, я готова, быстрее. Я говорю, все, молодец, супер. Я сижу вот так вот, плачу, рыдаю, они, супер, классно, молодец. И ходят, что-то ходят, говорю, что происходит? Снимаю вообще минуты. Давай, супер, давай. Все, у меня все слезы закончились, я слежу. Так, свет готов. Можно начинать, я такая, что? Я тут 2 часа плакала, у меня нету больше слез. Не знаю, надо плакать, я говорю, не могу я. То есть я вообще не профессиональная актриса, я не умею, да, вот просто так раз заплакать, особенно при людях. То есть это мне так надо довести. Вы Инстаграм откроете, комментарии читайте. Водопровод не ставите.
не на тази ви коментарі. От Фейсбук є полонія. Там народу менше. Іменно в Узбекистані народу менше, кажеться. Ні, там ранні... Ні, не тільки в Узбекистані. Я недавно прочитала про Джинало, там були теж вещи, які пишуть. Давай, старайся быть как Бейонсе. Почему Бейонсе? Не свой стиль, не свой стиль, да? Ну, тоже столько злых комментариев. Я говорю, о, оказывается, не только у нас. Ну, на самом деле, это больше не будет, это будет кавер-версия, что ли. Я сама взяла эту штучку. Помнишь, мы с Аюрием встретились, я ему рассказала, он сказал, ой, вообще. Выберите ее, если вы не очень хочет. Он сказал, вспомни. Я говорю, нет, просто все неправильно объяснила, лучше не пила это. Как это было? Да, он не понял. И вот многим, которым я объясняла, они не понимали свою идею. Так безумно горела этой идеей. Еще у нас была, тоже была один дуэт с Абдулаевым, Пакер-Пакер хотели сделать. Да, еще придумали классную идею вообще на концерт с дедушкой, с галошами, там вообще супер была идея. Она, мы звоним, говорим, все, вы нас участвуете. Короче, идея бомба, классно, ну я родная. И, в общем, долгую школу она взяла, ну, как раз просто попала, чтобы в наш период. Поэтому я боюсь приходить. Ну, жена, мама, Кира, такого мощного. Да, это метры, которые... Милли, как скезуру не дня вот страйка? Да, это было очень сложно. Я очень благодарна Зайбе Махмедову, который меня мучила до последнего. Нет, нет, не та манера, нет еще раз, сначала. То есть вроде уже движение все выучила. Нет, манера не та. Еще раз. Она мне показывает, я вроде за ней повторяю, получается. Одна делает, нет. Нет, еще раз. В общем, она до репетиции приходила, мучила меня до репетиции. Потом уже с девочками вместе мы это делали. Когда я первый раз танцевала, я такая, та-дам, закончили? Я поворачиваюсь от того, что все пополам лежат и смеются. Вот все. Ни одного человека не осталось, который не смеялся. У меня был такой стресс, я сказала, все, все, я не буду, все, отменяю. Я не буду, потом не хочу, чтобы все смеялись. Потом Заня говорит, зачем вы танцевали? Я вам сказала, пока на людях нельзя. Через месяц будем танцевать. В общем, отдельно. Я заметила нашу норму, не нравится мне представить вот национальный блок, национальный костюм. Он сразу начинает все позитивные комментарии писать, что такое. А вот когда что-то европейское, европейское, да? Почему-то не найти, почему-то. А вот почему, кстати? По вопросу? У меня тоже есть вопрос. Несовременные люди. Люди, наверное, долго сейчас расширяют свое мировоззрение. Нет, ну это круто, да, на самом деле, наша ткань, наша культура, это супер. Ну, хочется же тоже идти в ногу со временем, хочется сделать что-то современное. Так, ну, супер, и вам много, все. Совсем не дружим, и Зуэхопа, и Сухопа, и Зуэхопа,
вообще друг семьи, с мамой, с тетей, с моей очень близкими, очень отношения, какой-то был гости, да, рождение, то есть постоянно вместе, они семейная дружба. А всю забыл у нас на какие-то светлые шаги проехали. Вот я тогда тоже сказала, как мне, как это, ну, я же вообще в другом стиле говорю, это что, что это получится вообще? Сейчас, вы планируете сделать клип как Унтанан или Уменики, как танцевальный клип? Я с несколько лет жду, но так клипы нет у вас. Ну, у Хабиби есть мало, как танцевальные клипы вы планируете? Потому что у нас не будут таких клипов, поэтому я перестала снимать. У нас уже сюжетные, у нас любят мальчик-девочка, обожженились, свекровь плохая, раздевается как невесткой. А такие танцевальные, современные, да, с просмотром. Просмотр тоже с мамой. Что такого какого-то резонанса нет, а вот эти сюжеты, у вас такой хороший клип, вот это было еще. Ну, песня «Унтаман» вообще классная, да? Для меня это самая любимая песня ваших творчеств. Мне всем нравится. Я тоже, я еще жду, как песня «Унтаман» или как это, зажигательная песня. Я от вас жду. Для вас мы специально сделали. Спасибо. Hozir gapirib o'tganingizda o'sha Andijonga bo'lgan safaringizda men ko'rganimiz dedingiz, men boshqa savolni berib yubordim, so'roqni tushunmasdan. Shuncha o'sha paytda Andijonda bo'lgan mustaqillik bayramiga tashrif buyurganingiz albatta siz bilan ko'rishni juda ham orzu qilgandik. O'sha paytda Ziyoda, Rayhon Ganiyeva ishtirok etganda shu biznes centrga borganimizda сразу banketdan keyin uchib ketgan edinglar. O'shanda siz bilan uchrashmoqchi bo'lgandik. Keyin biz sizni konsertga oddiy bir muxlis sifatida, oddiy fanat sifatida taklifim bor edi. 2013 yillardan buyon konsert dasturingizda 15, 16, 17, 18 konsert dasturida ko'proq oldingi konsertlarda, eski konsertlarda muxlislar juda ham ko'p syomka qilinardi. Ya'ni konsert tayyor bo'ldi Rayhon Ganiyeva degan, albatta muxlislar ham ishtirok etardi. Prezidentlar, muxlislar. Hozirgi konsertlarda muxlislar qanaqadir kam syomka bo'lyapti. Shunga taklif qilardim, shu muxlislardan ko'proq syomka jarayonida olinsa, ayrim san'atkorlarda ko'proqli muxlislarini olyapti. Shunga taklif bildirmoqchi edim. Montaj qilganda qo'shsa. Qo'shsa muxlislar deyapti. Вот монтажёр мне говорит. Вот у вас такая динамичная песня, да? Мы показываем зрителям, и зритель так сидит. Это все впечатление уже от песни падает. Можно я, пожалуйста, не поставлю? Нет, люди обижаются. Поставьте, говорит, вот, хорошо, сами выбирайте. Давайте, ну-ка, сядем. Может быть, под быстрым песней, на YouTube, там, кто-то долго. Вот, смотрите сами. И все такие лица. Я вижу, что они именно вот когда снимают, когда они узнают, что снимают, они резко вот так. Поэтому, говорит, вообще... Как на свадьбах, кушаешь, кушаешь, снимает. И на самом деле, вот не то, да, смотрится. Он говорит, видите, вот все впечатление о концерте убивается. От того, что вот, вот там праздник, да, на сцене. Та-да! Поэтому монтируем на слово монтажер. Сейчас ты не забыл. Он вообще так обиделся, когда я сказала, так, вот этот эффект, пожалуйста, убирайте и делай нормально. Это не эффект, это уже так снято. То есть другого варианта нет. Может, реально
да, концерт, да, это было очень сложно, потому что сцены практически не видно, вас не видно, только вот так. Столько танцев, столько придуманных каких-то подстановки, а этого не видно. Он объявился, что я старался для вас эксклюзив, а вы... Ну ничего же не видно, концерта же не видно. Почему видно? Зато его динамика. Давайте уже потихоньку до следующего начнем. Я все буду вызывать. Это Чехас на хап. А, простите. Узыр қызық болды. Сочиз ранген өзгертіш өзіздан шықты ма, Райхон? Или кімгадыр етті ма? Кімгадыр әкетті кімгадыр доламады. Шу интересно ма, конечно. Өзіз көйнесті өлді ма? Довольны ма сіз? Я хотела резко изменить этот либо. И потому что многие писали, о, меняйте, сорочку. Поменяйте, поменяйте. Я сказала, все. Воля, да? Когда я поменяла, ты так сижу. То есть пока что ты там краски незаметно. Потом подумаю, что-то мокрое. Вот, нет, это еще мокрое. Сейчас высохнет, не так будет. И когда высохло, и было вот так же. Что тебе это? Ну скажите все, что супер, что да? Нет, Райхон, классно, честно. Идет. Вот так и идет. Идет. А, понятно. Вот вы же тоже блондинка? Да. После вас, конечно, я тоже попробовала. В этом году. Я тоже. Вот. Потому что Света молодец. А, понятно. Черный тоже красивый. Олли, не черный. Худо олдинг райхон, как ты кеянный был полды, да? Честно, олдинг райхон. То есть долгое время были такие встречные волосы, но раз и был другой образ, и как будто на самом деле такая ностальгия, что вернулись на несколько лет назад. Все что-то стали говорить. Вот, вернулись на старые песни, вот типа здесь старые песни. Hiç özünüzü makom sanatçısından görüyor musunuz? Makom? Makom. Hoş makom. Yok, mesela sizi bir rozet görüyor musunuz? Yok ki, bu da sizi o vazge var diye yapışırdı. İyi, klipini al, minatura sanat üniversite, o sayın biz kanaka buladı. Sabah oluyor, kışına kınavangız boğul mu? G'azallar, misol uchun g'azal she'ri qo'shib qilinadi-da, lekin bu yon shunday mo'l sifatda inatura san'ati. Navoiy g'azalini qadr sifatida. Siz aytmoqchi bu bo'lishi klassika. Klassika bo'lishi. Maqom agar bo'lsa, man o'zim sizni o'sha inatura san'ati o'zim soham bo'lishidan qat'iy kelib chiqib, sizni manigiz yaratmoqchi edim. Agar mabodo shunaqa bo'lsa, miniatura nimasi yaratmoqchi edim. Siz xudojnik. Sizni man o'zimni tasavvurimda ko'p ko'raman, shu milliy yo'nalishda judayam bir boshqacha yaratgan bo'lgan. Yeah.
Bilamizki, san'at olamida har bir san'atkorni, misol uchun, san'atkor muxlis tanlash huquqiga ega. Shu jumladan Rayhon Ganiyeva. Potom yana bir savolim borki, san'at olamida ishlaydigan san'atkorlar bu xalqqa odam deydi, uni shaxsiy hayoti bo'lmaydi deydi. Shunga siz qanday fikr bildira olasiz? Biz bilamiz, biror san'atkorlar bo'ladi, rasmga tushaylik deydi yo boshqa holatlarda qandaydir mensimaydi. Shunda xalqda yoki bo'lmasa oddiy insonlarda shunaqa fikr bo'lib qoladi. San'atkorni tanlaydi, qo'shiq san'at muxlis tanlaydi degan fikr bo'lib qoladi. Keyingi savolimda deyapmanki, ayrim odamlarda shunaqa fikr bo'ladiki, san'atkor bu xalqda odam, xalq uni boqadi degan fikrlar bo'ladi. Ayrim san'atkorlarda aytilgan so'zlarda shaxsiy hayoti bo'lmaydi deydi. Shunga sizni o'zingiz nechun fikringiz qanday? Mana rasmlarga tushlarni aytmoqchi, men ko'p endi yonlarda bilaman. Masalan, har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Masalan, odam charchagan bo'lishi mumkin yoki masalan, prosta oilaviy masalan. Rayhon, azgina jonni chiroq qilib berolasiz? Xohlagan. Messi, davayte. Da. Yura. Haro. Pomoch dalanya Yura. Так, текстинг. Давайте по-русски Да, всё. Алдайдай юрайдай намас керек текстни кимдер алды? Текст болса, алдайдай юрайдай. Да, да. У кого есть текст? Рядом быстро можете составить? Давайте с текстом и без текста. Кто все сидит? Вместе вообще? Да. Давайте. Подождите, я буду записывать. Ну, Нира, а? Я? А, ну ничего. Yovuz zulmat, ora-ora vücudum yovuz sınmay Ağırıp ora bemor kalbimni berma Bir parçalar yolg'onlar Gözlerimge bok, göz yosh, gurur emas Hayatım sensiz, aslo erur emas Yanatın mayura Chiller, go away.